Друзья, всем привет! С вами на связи Вертель Евгений. Возвращаемся опять к сайту brandeis.com. Сегодня покажу вам очень интересный агрегат, который есть у меня в эксклюзиве. Итак, покажу. Называется он Mentor. В YouTube можете не искать такого, нигде вы точно не найдете, потому что он действительно эксклюзивный. Итак, сейчас я вам продемонстрирую его. Вот он, обычный сайт. Сейчас запустим ментора. Вот мой аккаунт подгрузился сразу. То есть, что он умеет. Еще один такой момент. Это не скрипт, это именно программа, которая специально написана для этого сайта. То есть, когда мы входим в эту программу, получается, что мы играем не своего, вернее, мы находимся в своем аккаунте, но мы играем напрямую с сервером. То есть, ставки не отображаются в All Bets. То есть, по сути, мы играем анонимно. Итак, смотрим. Открываются настройки, здесь очень много всего. То есть здесь варианты перевести полностью, допустим, ручную работу в автоматический режим. Вся игра непосредственно происходит здесь. Здесь мы только можем получить наши бесплатные сатоши. Итак, продемонстрирую вот наши сатоши. Так, с чего начнем? Тут действительно очень много всего. Долго можно рассказывать то, что здесь возможно делать. Расскажу такой момент. Здесь есть вот, допустим, паттерны так называемые. То есть это по сути паттерны, которые мы создаем сами. Паттерны — это такая штука. К примеру, мы пишем единичка, единичка. То есть единичка здесь означает плюс. Нолик — это минус. Вот у нас вариант, допустим, 1-0. Плюс и минус идет. Вот для наглядности зеленый, красный. То есть мы для этого варианта можем задать несколько условий игры. То есть остановить автомат, продолжить работу, перевернуть и продолжить. Плюс дополнительно можем выставить сигнал при желании. Сделать паузу, вернуться к базовой ставке, умножить на 2, поделить на 2. Также какое число раз, допустим, один раз, либо два раза, либо три раза. Здесь все именно описано, наши действия. Три раза, значит, ставка будет уменьшена в 8 раз. Помимо того, что мы можем паттерн создавать каждый отдельно для своей игры, то есть, в принципе, можно на каждый ход выставить такой паттерн, который будет делать определенные действия. Неважно, на каком умножении вы играете, либо на какой ставке. Вот здесь уже в самой этой программе есть очень много паттернов, которые можно просто активировать для определенной игры и запустить. Также, допустим, здесь уже есть шаблоны. То есть мы уже подготовили здесь шаблоны игры. К примеру, вот игра 1, умножение 1.85 на 2, 1.12, 1.21. То есть можете создавать это сами, все это сохраняется. К примеру, играете вы на умножение 2. Создаете любые паттерны на любой ход, их сохраняете, подписываете как вам угодно и сохраняете в самой игре. То есть все полностью паттерны включаете в работу, выставляете ставку и сохраняете для себя, подписываете как вам угодно. То есть все очень удобно. Что здесь есть еще интересного? То есть мы можем остановить игру, если счет стал больше. То есть здесь все выставляется. Остановить игру, если счет стал меньше. Также при ставках, если превысило определенное количество сатоши, выставить сигналы. Динамический расчет базовой ставки. То есть в зависимости от того, сколько у вас баланс, программа будет сама считать, какую оптимальную ставку на каком умножении нужно поставить. Так, что здесь еще есть? Есть еще графики. Есть... Так, сейчас я просто запущу, к примеру, покажу, как играет. Ну, пускай это будет 1.85. Вот загружаем шаблон. Паттерны. Вот они, те,
точки, которые здесь есть, уже выставлены. И все, нажимаем старт. То есть вот пошла уже сама игра. Опять же, это я все включил для примера. Здесь вот он баланс отображается, вот текущая игра, плюс-минус. Вот здесь идут ставки. То есть видите, ставки меняются автоматически сами. Переключаются паттерны в зависимости от исхода игры. Плюс вверху виден график плюсов-минусов. Это уже для более серьезных пользователей. Что здесь еще интересного есть? Можете менять сид прямо на ходу. То есть вот, допустим, играет сейчас. Я нажимаю «Сменить сид». Вот выставлен новый сид, пожалуйста. Вот идет график тоже плюс-минус, по которому можно, в принципе, дальше ориентироваться. Можно также на ходу менять игру выше-ниже. Вот смотрите, меняется, пожалуйста. Вот внизу отображение. То есть наблюдайте, можете поставить больше, можно меньше. Что еще? Можно также на ходу, допустим, ставка 30 сейчас, 120. Могу изменять ее. 15, ставлю 100. То есть видите, 164 сыграл, опять переключается. Также здесь можно умножать на 2, делить на 2. Все это, смотрите, это в режиме реального времени. То есть вот такие есть фишки здесь. Плюс дополнительно здесь есть еще статистика, есть еще очень много всего. Если кому-то будет интересно, обращайтесь ко мне. Данные оставлю под видео. Созвонимся в скайпе, я более подробно расскажу, как это все работает. Всем удачи, пока.